самый низ, направо и налево. Сколько было людей? 380. А то все остальные там были по 10 человек. Ну, именно в общем, только уж, ну, перегород. Я жил под туалетом, я был начальник туалета. Детей пускали, взрослые терпели. Зараз. Це цикмо зажали. Мене особисто 6 суток. Ось ця каністра, що я показував, це. Важливий такий важкий час для нашої країни. Розбили мою хату, жити мені негде. От, поэтому і гасимся тут в підвалі. Не від хорошої житті, повірте. You see, I've come to this shelter because of the shooting, because of bombing, because I'm afraid that the flat where I live would be or will be destroyed. It's very wet here, so that's why lots of people were ill. Сначала было много всего, было еды, и нам говорили, что запасы вообще на год, потом оказалось, что на месяц, ну, теперь вот непонятно. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя. Все.